Все, что происходит в этом регионе в связи с конфликтом, в том числе России и Украины, вы об этом также хорошо осведомлены, но если у вас будут какие-то вопросы, я готов на них ответить, но нашу принципиальную позицию вы должны знать. Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. Мы за мирное урегулирование этого конфликта. Мы не приемлем никакой войны. У нас это на генетическом уровне. Мы прошли в середине прошлого столетия тяжелое десятилетие, и оно нам стоило трети населения. Поэтому белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет. На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Я думаю, вы вчерашнее заявление президента Беларуси на Совете Безопасности, заседании Совбеза Беларуси слышали. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции.